хочу рассказать про идентичность. Почему из Амстердама? Ну, потому что по ряду причин тут очевиднее, что происходит с нашей идентичностью. Очень многих людей волнует вопрос, как же понять, кто я на самом деле. А может быть, поспрашивать у других людей, вдруг им виднее, кто я на самом деле. Являюсь ли я тем, кем на самом деле я могу являться, но я вот в себе сомневаюсь, да, вот там, а я и правда художник, а посмотрите мои картины, а оцените мои картины, а подтвердите, что я художник. Или там, а я и правда психотерапевт, а придите ко мне на консультацию, а докажите откуда-нибудь снаружи, что моя идентичность именно такова. Так вот, суть идентичности в том, что мы можем выбрать что угодно. И это достаточно очевидный факт, что лучше нас, естественно, никто не знает про наши задатки, про наши способности, про то, какова наша миссия, но нам самим кажется, что мы тоже не знаем, что мы можем ошибиться. Так вот, идентичность — это не что-то заранее заданное, это что-то, что вы выбираете. И поверьте, весь мир радуется, когда вы выбираете и говорите: «Я художник», или «Я психотерапевт», или «Я еще кто-то там», потому что тогда действительно вы выбираете, кем вам быть, и вы имеете на это право, и это самый лучший выбор.